В Одинцовской школе номер 1 прошел круглый стол «Передовое образование» по вопросам развития сферы. На встрече обсудили инициативы, касающиеся работы образовательных учреждений, и предложения от педагогов. В рамках текущей деятельности по проекту «Новая школа» в дискуссии приняли участие местные депутаты от «Единой России». В частности, было принято решение направить в Мособлдуму резолюцию с предложением о включении в обязательные плановые мероприятия школ и детских садов ежегодных выездных диспансеризаций воспитанников.